католическая Пасха, люди идут там в костелы, пусть немного, мы не запрещали ведь ни одному человеку, если вы хотите сходить в костел, возле костела постоять, пожалуйста, идите, мы не запрещали. Но люди побереглись, это их право. Впереди у нас Пасха еще более сильная, в воскресенье, православная. Поэтому еще раз подчеркиваю, мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жестокое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, всех конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм и так далее. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно я в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках и так далее. Но единственное мое требование ко всем священнослужителям. В храмах не надо держать долго людей. Свечку поставил, вышел и пошел, все проповеди лучше возле храма. Но самое главное, вот эти куличи выпекают. Ну, это традиция вековая. Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. И чтобы это не было в помещениях. Ну, меньше. Надо поберечься. Там, где можно поберечься, надо поберечься. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах.